Пацан, тебя как зовут? Димон. Димон, а мы где? Планета какая? Церерский мы, дядь. А где у вас тут космопорт? Чего? Понятно. А где у вас тут вокзал? Дядь, наша планета уже 100 лет под санкциями. Как там на других планетах, дядь? Сильно нам завидуют. А что вам завидовать-то? Ну как? Мы последняя планета с нормальными людьми. А еще у нас ракета. Во! Зачем вам ракета? Чтобы все боялись. А зачем вас бояться? Смешно это, дядь. Турист? Ну, типа того. Хорошо. Видеосказ снимаете? Да. Церера – планета спокойствия и стабильности. Злые языки утверждают, что у нас здесь нищета и разруха, но это все вранье. Рейтинг счастья церерцев 100%. Пока, церер! Ну, промыли мозги человеку, что поделаешь. Но мы его все равно любим. А... We have 4K television right here! А тут нет ничего внутри-то. Только лампочки от аккумулятора мигают. Это пустышка. Так мы же всей планеты на нее скидывались. А потом каждый год на ремонт. И санкции все эти за нее. В этом году отопления снова не будет. Но мы пошли навстречу пожеланиям жителей планеты. И теперь каждый может без всяких штрафов собирать и жечь еловые шишки. Вот эти церерцы-олухи. Ну как можно быть такими доверчивыми? Кроме того, налог на воздух снижен на 20%. Все под контролем. Мы во всем обязательно разберемся. Виновные будут наказаны.